Всем привет, ребятушки! Всем здравствуйте, мои дорогие! Сегодня вторник, 19 ноября 2019 год. Московское время 14 часов 27 минут. Вот, я приехал в лес. Что я хочу сказать? Сегодня в Москве выдалась очень хорошая погода с самого утра. А ветер есть, но такой, кто есть, кто нету. Правда, очень пасмурно сегодня и очень сильный туман. Главное то, что сухо. И где-то плюс 3 градуса тепла. Вот, такой легкий ощущается морозец. Изо рта идет даже пар. Вот, что я хочу сказать. В Макдональдсе я был много раз. В KFC тоже был. Вот. А знаете, где я ни разу в жизни не был? В Бургер Кинге. И сегодня мне удалось туда по счастливой случайности и возможности попасть. Да-да, не удивляйтесь, в Бургер Кинг. А знаете, благодаря кому? Да вот благодаря кому? Благодаря моему фанату, вот, моему подписчику и донатеру. А именно Федору. Он мне сегодня на ночном стриме задонатил. Знаете сколько? Да-да, не удивляйтесь. 500 рублей. И попросил у меня, чтобы я сделал для него... обжор. Знаете, на что? Да вот на что, ребятушки. На злой вопер. Да-да, лютый вопер. Вот. Также на картошку фри и на сырный соус. Поэтому приятного всем аппетиту. А тебе, Федор, я хочу от всего сердца выразить признательность и отдать низкий поклон от московского обжорщика, канала «Московский обжора» Сергей Резников. Вот, низкий поклон тебе, огромное тебе спасибо за донат. Я хочу тебе пожелать в первую очередь только крепкого сибирского здоровья. Если будет здоровье, все остальное тоже, естественно, будет. Потому что здоровье ни за какие деньги не купишь. Поэтому давай я за твое здоровье буду сейчас пробовать дегустировать этот вот лютый вопер. Так, давайте я сначала вам покажу, сколько что стоит, чтобы потом не заморачиваться. Так, значит, вот такой мне чек дали, вот. Такой вот чек дали. Я в макро снимать не буду вам показывать. Ну вот, вы видите, да? Сколько что стоит. Вот. Такой вот чек, короче, дали. Вот. Что я хочу сказать. Знаете, что я купил? Сам я купил лютый вопер. Цена его составила 215 рублей 99 копеечек. Вот. Картошку фри я купил. Кинг фри. Большую взял. За 102 рубля 99 копеечек. И соус сырный я купил одну штуку за 29 рублей 99 копеечек. Итого всего я отдал 348 рублей 97 копеечек. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, да? Вот. Сегодня в Москве очень пасмурно и очень сильный туман. Поэтому давайте, ребята, вот в лесу здесь неудобно, это вам не дома, столика здесь нету, поэтому все приходится делать на карачках, поэтому вы меня заранее извините. Вот я взял с собой квас вятский, я уже его открыл, полбутылки выпил, полбутылки осталось, для того, чтобы потом это, всю эту сухомятку запить, короче. И вот такой вот мне пакет дали, я это все дело купил где-то полчаса назад, маленько все остыло, но все равно такое еще тепленькое. Вот видите, какой пакет, значит, уже пакет даже мокрый стал, потому что... очень сильно запотел. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот она, собственно говоря, картошечка. Здесь неудобно. Вот здесь такое место, кстати, вот я нахожусь, видите? Вот. Здесь такое, такая вот панорама, короче, вон там дорога. Столиков здесь нету. Вот такое вот дерево я облюбовал, не знаю. Вот. Ну, давайте, короче, посмотрим, что там есть. Так, салфеточки. Салфеточки. Видите, у меня какой столик? Обычно пакет подстелил. Здесь, правда, собачки ходят. Какают, но ничего. Во, картошка, видите, какая большая картошка фри. Там была маленькая, вот, деревенская такая. Я взял самую большую. Слушайте, она еще теплая, ребята, она еще теплая. Теплая еще, теплая. Вот она. Вообще здорово, да, прикольно. Культурненько. Так, вот бутылочка будет служить. Это моя вот опорой. Вот опорой она будет служить. И вот сам вопер, вопер, ребята, новинка. Новинку взял. Лютый, говорят... очень острый. Ой, здоровый какой. Ребята, реально здоровый. Посмотрите, какой здоровый. Вопер. Вот такой вот. Огромное спасибо, Федор. Донатер мой. Дай бог тебе здоровья. Федор, что бы я делал бы, если бы не ты бы? Я бы никогда в жизни, наверное, не попал бы в этот Бургер Кинг. И вот такой вот соус дали. Вау, Хайнц дали. Не то, что в KFC дают дешевую фигню, короче. А это надо же, молодцы, Бургер Кинг. Спасибо вам, ребята. Хайнц дали, здорово, сырный соус. Там их было несколько разных соусов. Сладкие там всякие, красные. Вот
А Федор попросил, чтобы я сырный купил. А я, в принципе, всеядный, я все люблю. Мне все нравится. Вот такой вот, короче, соус. Ладно, давайте вот так вот положим. Это самое, сейчас будет дегустация. Как бы нам сделать, чтобы поудобнее было? А что, если я камеру поставлю на землю? Получится у меня или не получится? Так, надо, чтобы вы меня видели, мою физиономию. Сейчас, подождите, я ее повыше подниму. Главное, чтобы ничего не сбить. Так вот, не знаю. Очень неудобно, ребята, в таких условиях, да? Вот, ну ничего, я ничего монтировать не буду, все как есть. Все живьем. Поэтому сейчас посмотрим, пониже сделаем чуть-чуть. Во, вот так вот. Я думаю, нормально. Во, нормально, нормально. Хоть руки маленько освободил, а то неудобно. Вот такой вот воппер, короче, вот. Ну, сейчас я это самое попробую. За ваше здоровье. Не, наверное, все-таки плохо будет видно. Сейчас я его открою, короче, и одной рукой буду камеру держать, одной рукой есть. Вот. Такой громадный, короче, воппер. Как бы у меня здесь бы собаки бы голодные бы не сожрали бы. Так, давайте эту соус откроем, соус сырный откроем. Вот. А сегодня, кстати, не холодно. Не знаю, может, я быстро шел, потому что вон какой соус, короче. Вот сейчас. Надо аккуратнее, а то собаки подбегут и сожрут все. Тогда что я буду делать? Да, ребятушки? Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Видите, как неудобно? Вот вам бушкрафт. Все нужно делать одной рукой. Так, вот. Ну давайте, ребята, время потратили много. За твое здоровье, Федор. О, какой здоровый, реально здоровый. Смотрите, ребята, здоровый какой. Очень большая Ой, острый какой, ужас. Ой, острый, острый. Ой, лютый. Да, дико лютый. Дико лютый. Дико лютый. Но очень вкусный, кто любит острое, для гурманов. Очень сочный. Большая котлета. Помидоры, огурцы здесь. Очень это. Очень ядовитый. Салат здесь, айсберг. Он. Ядовитый. Но очень вкусно, ребята. Но смертельно ядовитый. Ох, блин, ребята. Какие же вы все-таки жестокие. Очень острые. Ну, дико вкусно, дико вкусно. Смертельно острый, но терпимый. Я же гурман. Девушки, наверное, не смогут это есть. Хотя, смотря какие девушки. Есть бабы похлеще мужиков. Мне очень понравилось, ребята. Очень вкусно. Тем более на халяву. Очень острый только, очень острый. У меня уже сердце бьется, ой, я сейчас умру, ой, как острый. Ой, такие вещи жрать каждый день, наверное, вредно. Очень ядовитые. Острее, наверное, в 100 раз, чем в Макдональдсе и в KFC. Очень острые. Ой, у меня уже кишки там горят. Все, ничего говорить не буду. Буду так есть молча. Ой. Ой.
О, ядовитый. Но вкусно, зараза. Только мне что-то кажется, этот острый перец перебивает это вкус котлеты. Очень на веретенере яда. Острого яда. Ой, я не могу больше. Ой. Это смерть. У меня уже сердце реально болит. Ой, ядовитый. Ой, не. Не, больше я такой есть не буду. Все-таки это реально, ребята. Не для слабаков. Это для настоящих только мужиков. Вот, кто любит. Остро, для гурманов изысканных. Очень ядовитый. Видите, я какой красный стал. Ой, невозможно. Ой, я все руки испачкал. С него реально так течет. Он очень это... Весь, короче, пропитан этим острым перцем, лютым. Реально, да. Ой, ужас, ужас. Ужас, ребята, у меня сердце болит уже. Внутри все горит. И во рту все ждет. Красное, рожа вся красная. Как будто мне кто-то этой перцовкой брызнул в рожу. Ай, бля. Ой, ужас. Ой. 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 Сейчас я руки вытру. Ой, ребята, это ужас. Это ужас, ребята. Это ужас. Ничего монтировать не буду, вырезать. Ой, невозможно. Ой, ужас какой. Ядовитый, зараза. Ой, ядовитый. Ой, ядовитый, зараза. Вообще всего должно быть в меру, но уж они слишком много туда наверетенили этого самого... Перцы чили, что ли, я не знаю. Ой, ужас, не могу ничего сказать. Вкусный, да, но слишком они, конечно, наверетинили. Ой, я весь испачкался, нафиг. Ой, ребята, ну вас нафиг. Это невозможно, это невозможно. Ядовитый, реально. Что же вы так над московским обжорщиком издеваетесь? Как вам не стыдно, ребята? Имейте совесть. У меня все горит там внутри. Ой, блин, как мне плохо. Так, картошку макаю фри. Так, давайте это вторую часть я сделаю на картошку фри. Ой, или здесь сделать. Ладно, это была первая часть. Сейчас я вторую запишу, ребята. Буду жрать эту картошку фри. Давайте, все, всем пока. Спасибо всем за внимание. Видите, я уже красный весь.